Привет, друзья! Добро пожаловать на канал! Сегодня приготовим пирожное-лакомка со сметанным кремом. Готовится оно быстро, легко и из самых доступных продуктов. Его можно подать и к обычному домашнему, и к праздничному чаепитию. Для приготовления бисквита потребуется 3 яйца, 60 грамм сахара, 320 грамм сгущенного молока, 200 грамм сливочного масла, 290 грамм муки и 2 чайные ложки разрыхлителя. Для крема 500 грамм сметаны и 200 грамм сахара. Начнем. Взбиваем яйца с сахаром до пышной белой массы. Добавляем сгущенное молоко. Вливаем растопленное, но уже остывшее до комнатной температуры сливочное масло. Добавляем муку с разрыхлителем и перемешиваем до однородной консистенции. Тесто получается как густая сметана. Противень необходимо застелить бумагой для выпечки или специальным ковриком. Я буду печь на коврике. Выкладываем тесто и разравниваем. Выпекаем 20-25 минут при температуре 180 градусов. Пока бисквит в духовке, приготовим крем. В сметану добавляем сахар и хорошо перемешиваем. Достаем корж из духовки.
Пока он еще теплый, берем небольшой стакан и вырезаем бисквитные кружочки. Обрезки натираем на терке. Собираем пирожное. Два кружочка обмакиваем в сметане. Соединяем между собой и обваливаем в крошки. Из этого количества ингредиентов у меня получилось 10 штук. Сегодня к чаю лакомка. Протяжно произнесите эти волшебные слова вашим родным и близким, и вы увидите улыбки на их лицах от предстоящего предвкушения. Приятного всем чаепития и до скорой встречи на канале!